хорошая модель всегда голая. Сначала мне рисуют руки и ноги, это совсем легко, ты можешь вообще сидеть и спать. У меня тут не было возможности высыпаться, я просто сидела и спала. И потом, когда уже во второй части мне нужно было позировать обнаженной, я уже себя хорошо чувствовала, сидела веселая, бодрая. Мне нравится привлекать внимание. Моя девушка увлекается рисованием, и я чувствую, что мне необходимо с ней найти больше общих точек. Вы не влюбляетесь в своих натурщиков? Нет, момент с обнажением тоже совершенно не стесняешься, ну, не воспринимаешь модель как человека. Мужчины-натурщики — это не женщины, они целиком не обнажаются. Нет, деньги заработать. Позирование, наверное... Так, чтобы хватало на жизнь нельзя, а получить портрет красивый можно. Здесь у нас такая оплата donation, что называется, по сердцу. То есть каждый платит сколько может, сколько считает возможным. То есть здесь у нас нет задачи заработать, здесь скорее больше вот ради самого процесса, ради атмосферы.